Ансамбль «Йылдызлар» вместе с руководителем Майяна Феевой, как всегда, блистали и срывали громкие овации. Ансамбль дал традиционный благотворительный концерт в Ахмеджите в дни Оразабайрам. Сегодняшний концерт очень особенный. Это благотворительный концерт. Ансамбль «Йылдызлар» делают этот концерт для тех детей, которым нужна помощь. Я считаю, что дети делают очень большое дело. Они к этому очень серьезно относятся. Вот последняя у нас была репетиция. Я сказала, что концерт будет благотворительный. И они так вдохновились. Вдохновляли и сами выступающие дети со сцены своего зрителя. Яркие хореографические номера, интересные постановки, красивые и талантливые юные артисты. Каждый из них понимал, что участвует в благом деле и вносит свой маленький, но важный вклад. Я хочу, чтобы все деньги, которые мы собрали для благотворительного фонда, они помогли этим детям. И они, чтобы были такие же дети, как мы, здоровые, и чтобы бегали, радовались все. Очень важно, я уже вот 7 лет хожу, но мне очень важно. Я прям радуюсь все время, когда у нас концерты всякие. Вообще очень рада всегда. Потому что у меня прям сердце будоражит перед каким-то либо номером. Очень рада. Уже 6 лет хожу в ансамбль «Йылдызлар». Мне очень нравится сюда ходить, потому что моя ханум нас учит многому. И я сегодня танцую танец «Назик Нюльфер», «Ахмеджит Хайтарма» и «Ренклер». Сегодня концерт про благотворительный фонд, где копят деньги. Мне нравится ансамбль «Йылдызлар». Я в нем хожу уже почти 1,5 года. Благотворительный концерт пришли поддержать всеми любимые артисты. Эмине Мустафаева, Риана Таркова, Арсен Бекиров и Афизе Касара. Өзім үчасылы саям инсан бұл концертке қошылдық ве бұл балларға ашық олса да ярдым олсын ве бізім балажықларымыз саулықлы олсын, хави олсынлар ве бұл тәдбірлер әркес іштірак етсін. Барам күнлері әпімізе қайырлы ве мұбарек олсын. На самом деле это очень важно принимать участие в благотворительных концертах. И Оразабайрам вообще это праздник, который с добром вместе. Если мы поможем хоть одному ребенку, то я считаю, что мы выполнили свою миссию и внесли тоже частичку добра. Каждый такой концерт – настоящий праздник для благодарных зрителей и родителей. Каждый номер они встречали и провожали бурными овациями и гордостью. Они признаются. Посещая концерты ансамбля «Йылдызлар», отдыхают душой и получают заряд энергии. Замечательный концерт, тем более для деток. Это большая помощь еще и в такое время, в Оразабайрам. Я думаю, что это просто хорошее дело. Прекрасные, очень костюмы завораживают. Все очень слаженно работают, помогают друг другу. Энергичный, зажигательный. Моя ханум, как всегда, просто великолепно, обворожительно. И самое главное, концерт благотворительный. Просто супер. Я в восторге. На благотворительном концерте удалось собрать более 200 тысяч рублей. Все вырученные средства будут переданы в фонд Ачыхюреклер для лечения больных детей.